раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Не умею как в Стартреке делать. Неважно. У меня был один друг, который умел как делать, но больше мне не друг. Мы второй раз в этом нашем панкасте. В прошлый раз мы поговорили в целом про то, чем заниматься во время этого зомби-армоездеца. Вот. Лучше не стало. Лучше не стало. Того времени, к сожалению. Да, книжки, видимо, никто не начал читать. Вот. Возможно, кто-то слушает музыку. Сегодня попытаемся поговорить о музыке. Невозможно, я вас поправлю, Сергеевич, наверняка. Что еще делать в этот гребаный коронавирусный век? Сидеть дома? Ну, я не знаю, мне кажется, все читают новости, как херово, как все мы умрем и прочее. Привет моему другу из Америки, Крис, он говорит, я новости не смотрю, потому что меня подрывает, бомбит. Я говорю, так, чувак, ты не боишься, что пропустишь что-нибудь важное? Он говорит, да ладно, у меня мамка все новостные каналы смотрит, если что-то случится, она мне сразу позвонит. Ну да, как сказал мне общий знакомый из Америки, говорит, все нормально, все хорошо, но народ вилы точит. Нет, главное, что... если что, как бы все узнают очень быстро. В Америке не вилы точат, а все оружейные магазины скупили. Ну да. Главное, чтобы как в Англии не полили 5G вышки, идиот. Ну да. Ладно, кстати, ну вообще, ну давай, ну что-то. Так и музыкальная тема, да, потому что вот эта вот вся пиздецовость, которая началась, она как бы накрыла очень вот этим всем глубоким женским половым органом. А все эти концертные, туровые и прочие движухи, буквально на днях, да, в интернетах пошла инфа, что Ангела Меркель наложила... На прошлой неделе это она где-то сказала. Да, наложила, значит, уже официальный запрет. На все да, мероприятия. В пятницу, не помню. Я тоже не помню. Прошлую. На все мероприятия до 31 августа включительно. То есть, как бы, все, про этот год, ребятка, можете... И сразу отменился Rock'n'Ring. И там было 250 тысяч человек. Да, и Wacken. И Wacken. Wacken, поправь меня, если я не прав. В том году они зарядили, кто Megadeth у них или кто там был главной звезда, не суть. Я они, не помню. Они в прошлом году, как только стартнули продажи, в течение суток, по-моему, да? Полтора суток или за сутки все билеты за год до мероприятия были проданы. Вот это попадало. Поэтому так что, да. Ну, да. И, собственно, да, и многие ребятки вот на фоне этого всего говна происходящего, как я в новостных лентах музыкальных встречал, значит, и переносят записи и выпуски альбома, потому что, опять же, смысла выпускать альбом, не едя. Не ехуя в тур. Смысла нет, поэтому как бы, ну, как-то вот так вот, да. И вот знакомые наши друзьяшки, ребятяшки из Москвы, да, Moscow Death Brigade, привет, пацаны. 10 апреля они альбом выпустили. Да, альбом выпустили, у них должен быть охуеннейший, жирнейший тур. Планировали выпуск с... Да, но вот эта вся жопа пришла и как бы, привет, естественно, Вова. Тоже коснулась, да. Альбом, к слову говоря, вот буквально 10 числа, который вышел, я, естественно, в ВКонтактике даже не скачал. Спасибо, не скачал. Спасибо нашему прекрасному законодательству, да, что можно все качать на халяву. Без обид, Вова. Я несколько раз прослушал, ну, господа. Красава. Мне альбом охуетительно вкатил. Но, сука, первых 10 комментариев все говно, говно, предыдущий лучше придумал. Я ждал комментарий, когда будет написана книга лучше. Ну, потому что, ну, сука, ребята, ну, я как бы Moscow Death Brigade, как бы, ну, не первый альбом слушаю, да, и в данном альбоме, как, ну, по моему субъективному мнению, пацаны как бы очень хорошо сделали на уровне, если какие-то темы хардкорные, да, ну, именно с живым аккомпанементом записанным, да, они их так вот, ну, пиздатенько сделали. Ровочки электроники, тоже пиздатенько. Какие-то даже там синтвейвовые, да, актуальные, модные там инструментики. То есть вообще, ну, по музлу никаких претензий нет. По текстам, как всегда, все охуенно. По хитовости два последних трека про грязные белые тапки, да, и You Never Walk Alone. Я просто пиздец готов на репите слушать. Но диванный эксперт утверждает, что альбом говно. Я не знаю. Я, наверное, либо уже старый, либо я маразматик, либо я старый маразматик. Как бы, ну, вот как-то так. Он старый маразматик, потому что я был у него дома, он тоже на диване сидя слушает всю эту лабуду. Чаще всего лежа, не гони. Я не был при этом, когда он лежит на диване, что он делает лежа на диване, я не знаю, знать не хочу. Глаза бы мы этого не видели. Но в любом случае, я называю все, что делает
Moscow Death Brigade брейкбит, и как бы мне там пофиг, что они туда, хардкор, живой лап, там, синти-поп или что там, синти-хуёб. В любом случае, очень кайфово делают, модно. Я всегда говорю, лучше, чтобы молодежь, ну это чисто европейская тема, у нас не прокатит. У нас их начали хейтить, как только они, ну, появились. И начали, и когда еще по-русски читали, уже здесь все, типа, там, выебывались. Типа, что за хуйня? Потому что нам надо, я не знаю, что, в этом русском рэпе я не разбираюсь. Ну. Я про то, что говорю, в Европе, когда видишь, какие там заряды мощные летят и как люди колбасятся, лучше, чтобы молодежь колбасилась под правильную тему. А сколько мы, правда, в Европе были, молодежи, у нас то же самое, какая разница, под что колбасится? Если разницы нет, под какой биток ебашить, да? Там пускай это будет биток, который с правильным посылом, да, с правильным бэкграундом. От своих пацанов. А не как у нас в рэпчике, да? Типа там. Я, про бабло, про телок и так далее. Вот, кстати, это получается, тогда они 10-го альбома у них вышел, 11 апреля. Славик, привет. Мы провожал я нашего барабанщика молодечно. Мы зависали в Бигбае, в Гродно. Я там давно не пел караоке, там так начали угорать, начали заряжать караоке. А в паузах бармен качал свои скиллы, конечно, я бы его там задушил, но нельзя, камеры везде. И когда там караоке, я ж не слушаю эти песни, Бостон, в такси едешь, стараешься не слушать, чтобы не сблевать, что там поет в радио. Я там почитал, потому что «Эй, ты дырка, гони таблетку», там еще какие-то сучки, дрючки, там что-то мы решим, туда-сюда, и такой типа... Я вам говорю, что я старый маразматик. I'm a gangsta, мало. Ничего там, ты не понимаешь, современная молодежь. Короче, я в том плане, что, ну, это может актуально там для какой-то латиносской культуры где-то в Америке, в больших мегаполисах, да, по окраинам. Но, не знаю, я сейчас, вот опять же, слушаю последнюю недельку американскую рэпчину, чистый олдскул, да, пробую там найти, где там они пели. Там тоже было, там, знаешь, тёлки, все дела, но я когда говорю, слушаешь современный там этот свэк, R&B, русский новый рэп, то я говорю, Тупак в гробу переворачивается, как пропеллер там, наверное, фигачит. Поэтому, камон, там как бы были реальные темы, чувака как бы не понарошке застрелили, то есть они не тупо там махали цепями, да, в кадре жопы на весь экран. Поэтому говорю, этот дух улиц настоящего рэпчика до сих пор, кто здесь? Вот в наших странах Баста, который там поддерживает любые начинания властей, еще какие-нибудь засранные, я не знаю кто. Но Анакондас, кстати, респектовая тема. Посмотрите их интервью с Дудем, вообще красава, от души делает. Поэтому я говорю, мне единственное, вот то, что касается МДБ, жалко, что вот они на английском читают в последнее время, последние там 3 альбома, да, и это обидно. Но это опять же, говорю, это наша данность, верно? У нас тут никого ничего не надо, и поэтому да, вот так да. Вот. Но на Западе, говорю, вся Европа просто вообще тащится от них и от души. Респект пацанам. Жалко, что я вот Вове написал, когда альбом вышел, говорю, альбом топчик, говорю, обидно, что, ну, по музыкантам, вот как музыкант-музыкант, я понимаю, что тур обломался, потому что, ну, очень они бы красиво там всех нагнули, этих модных хайпажоров. Поэтому, ну, очень крутая тема, и жалко, что нас так не понимают. А опять же, касаемо музыкальных тем, конкретно рэпчик, про панк-рок мы не говорим. Вы знаете самую лучшую русскоязычную стрит-панк-группу, правда? Ага, минутка рекламы. А про рэпчину? Хватает групп, там, Крафтблока, эти французы читают. Еще есть политически ангажированный рэп. Послушайте, кому интересен именно рэп, а не тупо там эти все тёлки, свэк, прочая фигня. Поэтому опять же говорю. Но надо язык знать, да, там, как мы говорили. Не там английский, либо там Google Translate, иначе получится, надо слышать вот эту всю сценину современную, где тупо что там, низкий бас там, это. Да, пердящая бочечка и про то, как кто кого ебал, и сколько бабок у него. И чувак, и там вообще, и даже там читки нету, там чисто гудящий голос, ты ему, мы с тобой. Ты отстал, сейчас они все скулят и ноют. Там вот такая сейчас. Короче, я слушаю из рэпа только МДБ, и мне пофиг, и я как-то не стесняюсь то, что я в балаклаве это говорю, вы знаете, кто я такой. Кстати, то, что мы в балаклавах, это не отсылочка к МДБ, это мы социально ответственные и, yes, как всегда, дистанцированные. Друг от друга, да? Да. На пионерском расстоянии. Поэтому, опять же, говорю, что-то мы про Moscow Death Brigade, может, еще что посоветовать, не знаю. Я не могу ничего посоветовать, выходят альбомы, я переслушиваю старье.
Как бы, поэтому, ну, надо следить за новинками, это же очевидно, да, Александр Сергеевич? Да, и, ну, и просто, да, ну, в общем, не зачесать. Годного выходит, но, вот, опять же, кто ближе к нашим широтам, да, роднее, так сказать, да, то, как бы, оно, ну, быстрее доходит и быстрее в уши людям кидается. Сейчас, о, смотрите, смотрите. Мы могли бы назвать пару пабликов крутых ВКонтакте, но не будем. Потому что, как сказал один авторитетный учитель... Будем говорить, кто? Не труда, а учитель туда. Все или сейчас, не сюда. Или не сюда. Все сейчас скулят. Не, наверное, туда, он же там за эту... За джентрификацию, за что, ну, там? Походу, за, да. За, короче, не суть. Любитель на Таиланд кататься. Я про то, что пабликов дофига хватает, а то, что тут люди скулят про донаты, камон. Тяжелые времена, почему бы нет? Я вижу тот же Мэтбол в Америке, всем спасибо выписывают за то, что поддерживают, заказывают мяч. Энрико из Лос-Фастидиус все время постит сторки, да, как он послал там в Италию, Францию, в Германию заказик. Были бы у меня бабки, я бы тоже сейчас заказал, чтобы поддержать, да, любимую группу. Но денег нет, а вы держитесь, как говорится. Поэтому ничего позорного в этом нету, что люди, музыканты, которые выживают и так еле-еле в нормальные времена, да, ну, когда там концерты неизвестно, сегодня прокатит, не зайдет, не всем удается, да, там собирать большие залы. По себе мы знаем, верно? Поэтому ничего зазорного нету сказать, что хотите, поддержите нас, не хотите, не поддержите. А там что-то, ну, гнать на этих людей, что, мол, они там нищеброды, ну окей. Эти люди знают лучше. Я считаю, что имеют право. Я в любом случае про паблики ВКонтакте. Много хороших пабликов с музыкой, много годного узла. Подписывайтесь, вы сами легко найдете. Ну, только не паблики, типа, как бы настоящим панком, как бы настоящим рокером. И там такая санина. Подписывайтесь, найдете много хорошего и музла, и литературы, и, в принципе, материалов. Так что не закисайте. Опять же, говорю, слушайте не только МДБ, но МДБ последний альбом вообще моща. И, как бы, что еще сказать? Да, мы можем до бесконечности. Да, мы можем до бесконечности, не будем грузить. Мы в целом, да, вот, ну, следите и... Давай. Так вот, да, у нас еще вот на тему денег, да, батарейки говно, вот как бы камера села. Так я продолжу. Я это вырежу, идиот, что ты паришь? Fuck you. Хер ты вырезать будешь, ты ленивая говнина. Я попрошу, я ленивая. А вот это вырежи. Так вот, я ленивая, но не говнина. Да не перебивай. Смотрите и следите, что будет за все это время происходить ближайшее, да, с музыкальной индустрией, потому что оно очень... Очень это интересно и непонятно, куда что, да, клонится, потому что стримы стримами, которые уже начинают остопизживать людьми, а ведь как бы ближайшие там, вот я опять же повторюсь, ну, Германия как бы, ну, на ближайшие 4 месяца сказала, что ни хрена у них не будет. Да и осенью вряд ли тоже. И осенью вряд ли тоже что-то будет, поэтому очень интересно, куда что будет ехать дальше, что в Америке будет с их количеством почти трупов, да? Тоже непонятно, поэтому как бы очень интересно, вот эти все откладывальщики альбомов, когда их выпускают, те, кто не поехал в туры, когда начнут тоже стримы давать, да, которые вот любят в Таиланды ездить, вот, так что, ну, посмотрим, да. Что будет дальше, это все очень достаточно интересно и как бы, вот. Я предпочитаю следить за нормальными коллективами, не то, что ты, Александр Сергеевич, я вот про то, что сейчас, я же говорю, послушал Life Scooter, послушал сейчас Билли Джо, там, еще сейчас Клауфингер, короче, Руби Уильямс, так что... Не, ну чё, я нормальный, ну, типа, я там стримы Тараканов смотрел. Нет, Тараканов еще топчик. Мозер, привет. Ну, Мозер, привет. Кристиночка, кеточка, это для тебя. Короче, я про то, что... На самом-то деле, Александр Сергеевич говорит, вот что будет скоро, ничего скоро не будет, неизвестно. Это скоро растянется на месяц,
на полгода. Как сказал эксперт из Всемирной организации здравоохранения, вы концерты переносите на начало 2021 года, это слишком оптимистично. Да, в лучшем случае осень 2021 года. Ну, потому что, камон, это, ну, пока они там абсолютно не будут уверены, что вот, посмотрите видосы там с прошлого года, да, с любого летнего фестиваля, когда толпа людей колбасится, и там не 1000 человек, и даже не 10 тысяч. Получается, понятно, что пока не будет 100% уверенности, что вот среди этой там огромной массы людей нету хотя бы одного, да, около неда вылеченного, то никто не даст проводить на Западе. Это мы тут можем сидеть в подвале, социально изолироваться и лупить офигенные лайвы хоть каждую неделю с точки. Только, как бы правильно Александр Сергеевич сказал, это тоже надоест рано или поздно. Поэтому посмотрим. Я думаю, даже осенью ничего не будет. Поэтому остается только сидеть, смотреть интересный контент, по интернету выискивать. Поэтому... Мойте или не мойте руки, решать вам. Подписывайтесь. Подписывайтесь, тыкайте колокольчики, лайки. Ставьте лайки. И что, до следующего. Увидимся. Пока. Пока-пока. See you. Алло. Так я, тоже я тебе перезвоню. Тут на записи мы тут ваяй. Ваяй. Все, пока, целую, обнимаю. Давай.